Всем привет! У нас сегодня все еще тепло, вы представляете? 14 декабря или 13? 13 декабря. Кстати, сегодня начался ретроградный Меркурий. Я вчера предупреждала, что он сегодня начнется. Вот он начался. Плохо вчера, потому что он начался. Вчера было начало. У нас сегодня плюс 16 градусов, несмотря на пасмурную погодку. Да. Декабрь плюс 16. И мы идем в китайский магазин за некоторыми висичками. Какую нашу улицу? Я даже ничего не сняла. Блять, да приезжайте к нам, кто хотите, мне пофигу. Никого не боюсь. Короче, мы идем в китайский магазин. Сережа опять какой-то бред несет. Пишите, на кого тоже влияет ретроградный. На улице немного пахнет вот этой растопкой. Я не знаю, чем они топят, но я видела только дрова. Только дрова. Никакого угля, торфа или какой-то другой субстанции для растопки. Тыква похожа на листики. Нет, ну это листики, но как бы это тыква. Она висела. Тыкву сняли. А, тыкву сняли. Вот. Покажем, что там в китайском. Какие там цены. Все время хочется тратить деньги на какую-то ерунду. Поэтому я себя все время останавливаю. И говорю, нафиг надо, потом будет некуда девать эти вещи. И потом буду удивляться, зачем мы в принципе их купили. Пишите, у кого так же. У меня даже есть одежда, которую я никогда не носила. И зачем я ее купила, неизвестно. Вот кто писал про наш гараж, что у нас гараж без балкон, без перил. Здесь у многих в Сербии такие балконы. Здесь забор нет. Да, вот, например, здесь забора нет. Ладно, иди трава, порой иначе. Вот заготовка дров, собственно, я так понимаю, на растопку. Да, как будто дерево спилили. Как будто что-то было. Вон он. Где? А, точно, вот свежеспиленное дерево. Ну, я не знаю на самом деле, зачем это делают. Это заготовка дров или что? Просто это... и так деревьев мало, так их еще и пилят. В нашем китайском магазине просто миллион игрушек на любой вкус. Вот 100 динар. Деревянные, пластиковые, тряпочные, любые. Птички вон симпатичные. Снег искусственный. Какая классная сумочка. Всего 2200. Жалко, что такая маленькая. Но очень симпатичная. Так мерцает. Ну, конечно, когда начинаешь выбирать, видишь вот этот вот клей. Здесь также наклеено. Непонятно, как тяп-ляпис-то. Короче, звездочки эти тоже с каким-то клеем. Какие хорошенькие свеженькие помидорки, посмотрите. А еще у нас здесь какая-то желтая капустка. Романеско написано. Романеско. Наверное, я такую, честно говоря, не видела. Я видела, по-моему, зеленую. Белая. Зеленая вот такая она, вытянутая еще и белая. Ну, она тоже немножко там с плесенью, с благородной, естественно. Такие вот перчики немножечко жухленькие. Ну, цукини тоже такие жухловатые, засохшие гранатики. Да, не снимайте, вы нас позорите. Жухлые огурки. Юнивер. Все покупают, а вы недавно. Еще киви хорошие, мне нравятся такие. Уже, знаете, самый смак уже можно есть.
249 хилидов. Спит в тепле вон псинка. Елочка искусственная. Покупайте молочку. Мне вот это больше всего нравится. Он, конечно, не однопроцентный, но по вкусу очень приятный. Без сильной кислятины. А вы знаете такую историю, что домой надо обязательно ходить, ну или там на работу, из дома на работу, домой с работы, из магазина на работу, всегда разными дорогами, чтобы не было вот этих машинальности действий, чтобы мозг работал и развивались новые нейронные связи. Вообще в курсе этого? Или вы ходите одной и той же дорогой, постоянно, машинально? Говорят, что и действий машинальных не стоит делать, что типа там встал, одел тапки, сразу же пошел, там, не знаю, чистить зубы. Нужно делать какие-то разные действия. Да, Сереж? Что ты можешь? Я говорил об этом много раз. Так что, кто не знал, попробуйте. А у нас здесь красивый куст. Это, по-моему, рябина, но она очень как-то странно растет. Не рябина. А что это? Там, я не знаю. Разве это не рябина? Даже ягода больше похожа на боярышник. Да? Жопа другая. И листья другой. Ну, я не разбираюсь особо в растениях, не интересуюсь. Напишите, это у меня мама разбирается. Как будет куст по-сербски? Куст грм. Что за грм? Грм. Дерва и вырх. Что за грм? Но он просто интересно растет. Он, то есть обилие ягод, да, тоненькие веточки, и ягоды как-то вот, не знаю, к земле так тянутся. Везде уже обсыпается листва. Когда мы были в Сараево, я заметила, что там вообще не принято убирать листья. Они как лежали, так и лежат. Я думаю, что некому убирать. Как некому? Как таджиков нету? Это большое упущение. Кстати, березки. Кто скучает по березам, в Сербии они есть. Под этой березкой, кстати, Серега без рук сидит периодически. Да, приходит без рук плакать. Ну, забор. Мы идем домой. Здесь надписи интересные. Здесь псинка бегает такая колтунистая. Здесь орут птицы. Потому что там какая-то. Пошли. Ой, как хорошо на улице, когда такая вот погода стоит теплая. 16 градусов, никакого снега не надо. Я терпеть не могу. Снег, холод. Можно ходить без шапки, без перчаток, ничего не мерзнет. Ну, кто хочет, может и без трусов. У нас вот популярные такие деревья. Я все время забываю, как они называются, олени, что-то там. Они исчезли. Этот дом давно продан, здесь живет какая-то семья. А вот этот свежий дом, его, наверное, еще не продали. Ну, хотя не факт. Он отличается. Отличается вот таким сереньким цветом. Но я даже не знаю, белый выглядит более нарядно вот так. Зато у него красная труба. А серый не такой маркий, наверное. Но при тоже этом, не факт. Смотри, окно первого этажа до пола понятно, почти. Понятно, он поставит забор. Ну что там забор? Вот окно, как бы, заходи. Ну да. Вот, не знаю, здесь только забор ставить высокий. Потому что я лично не очень люблю, когда все видно. Вот инжир. А вот у них красная труба.
Вот бабка в сером. Вот машинка, которая здесь появилась, непонятно зачем, почему. Тут, по-моему, называется Volkswagen Жук. Volkswagen Жук, старый-престарый, здесь ничего нету. Гнилой-пригнилой. И внутри все, естественно, разворовали. А что? А у него что, багажник впереди или это... Или там мотор? Или а напишите, что это, Volkswagen или Citroёn? Как вы думаете, это Volkswagen или Citroёn? Интересно. А сзади тоже ничего не написано? А, здесь оторвали значок. Мне кажется, что у него мотор был сзади, нет? Вот я знаю, кто это. Из этих решеток. Ну тогда не говори, пускай напишут в комментах. А мы уже дошли до нашего дома, так что пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Говорят, что в России пропали яйца, и теперь яйца будут турецкими. И... По Сережному мнению, все стали толстыми, потому что стали пить кока-колу. Не ври. Я считаю, что в школе... А что я собрала? Больше сахара, во-первых. Во-вторых, ее пили больше, чем пили тархун и буратино. Напишите, когда в советский период, кто жил в это время в России, не было колы. Пили ли вы советскую газировочку? Ладно, короче... Пишите нам комментарии, скоро Сережа запишет утро Серджио когда-нибудь. А может, и не запишет. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Ути. Что? Что это за существо такое? Что на лице осталось? Осталось улыбка и непонятно. Оно радуется. Оно радуется и хочет нас убить? Одновременно, да.